Здесь меня могут заметить.
Если заметят, мне не сдобровать. Посейдон, бог морей. Спасибо, что бережешь Адрестию.
Буду осторожен. Только лучшие товары. Всего доброго.
Хайра! Thank you.
Все? Тогда удачи. Нужно быть осторожным. Алкивиад говорит, гетеры помогут найти мою мать. Нужно выяснить, где Антуса.
Αθωότατο σημείο. Διαδίδε. Ты Антуса? Я? Антуса? Для тебя я могу быть кем захочешь. Я беру меньше, чем Гетеры. Но в постели мне просто нет равных. Значит, ты знаешь, о ком я. Антуса? Много слышала о ней, но не встречалась. Говорят, все Гетеры равны, но Антуса особенная. Ее слово для них – закон. Я еще не встречал. Не верь слухам. По-моему, неплохая. Годы уж. А где все? Они смотрят на нас. Если ты их ищешь...
там, на вершине Акрокарифа. Он-то мне и нужен. Да что они творят? Надо им помешать. Сдохни! Сзади, Мисти! Да ты что? Ты умрёшь! Что происходит? Кто это был? И почему они искали Гиде? Они думают, что храм принадлежит им. Воры тут как-то... Гетеры? Они гораздо умнее нас. Они поняли, что всех клиентов грабили по дороге сюда. В Каринфе от людей дельца не спрятаться. Кто придумал себе такое имя? Не говори ему, а... Последнему глупцу. Значит, делец, известный в Каринфе. Мастер подпольных сделок. Он зверь, ал... Он преследует. Все верно. Пускай лучше ворог. Если ты знаешь. Говорят. Я видела их у источника. Ясно. Алексиос наконец нашел нас. Знаешь меня? А ты знаешь ее? Это Антуса. Мы видели, как ты помог людям в храме Афродиты. Теперь ты наш друг. Слышишь, Икар? У нее такой же острый глаз. А еще о тебе хорошо отзывались. Сюрприз! Феба? Я от Аспасии. Я же работаю на нее. Почему тут? В Каринфе опасно. Нужно было передать Антусе, что ты здесь. Аспасия научила меня слово «эмиссар». Это я. А мы с Алексиосом уже знакомы. Видишь? Все просто. Я буду помогать. Ну ладно, уговорила. Кто знает, что будет дальше. Да. Только будь очень осторожна. Пойдем внутрь, Алексиос. А мне можно? Только помолчи. Что привело тебя к... Алкивиат рассказывал о тебе. Я ищу женщину много лет. Кто она? Это моя мать. Твоя мать? У тебя... Держи язык. Ясно. Ну что же, рано или поздно ты расскажешь. Просто поверь мне, я бы не стала той, кто я есть, обманывая людей. И Алексиосу... Не пойти ли тебе поиграть? Да, как скажешь. Договоримся. Помоги мне, всем нам, стать сильнее. Договорились. Мудрая решение. Глупец бы, ни за что. Значит, договорились. Что ж... Ты слышал о дельце? Если верить служителям, его стоит опасаться. Верно. Ты неплохо держишься. Пока что да. Он убивает Гите? Убивает? Нет, пока мы хитрее. Но помощь нужна не только мне. Снова делец? Без сомнений. Отомсти их обидчикам, потом придет его черед. Дамалис что-то рассказала? Совсем немного. Что с Ириной? Она ищет Клио. Посмотрю, чем смогу помочь. Хорошо. Делец платит своим людям деньгами, полученными от контрабанды оружием. Ему это выгодно, ведь идет война. Если прервать поставки дельца, его люди останутся без еды. Точно. Отправляйся на его склад в порту Лихайона и... В
Чему грабить бедняков, если у него свое дело? Пусть незаконное. Контрабанда – тоже прикрытие. Лишим его главного из... Хочу проверить... Немало людей. Тогда пусть и... Надеюсь, меня никто не заметит. Вот это место. Пора сжигать груз. Сюда! Подойдите. Ты отважен в бою.
как все спартанцы. В этом мы похожи. Я видел, что внутри были люди. Что я мог? Пламя слишком большое. Царство Аида ждет всех нас, но все равно спасибо. Я Алексиус. Скажи, кому мне сказать спасибо? Я Брасит из Спарты. Тоже лазуч? Излюбленная так... Похоже в карь. Делец? Мы не можем договорить. Из Спарты делец. Его оружие разит изд... Тогда объедь... Она хочет убить дельца у всех на виду. Не расскажешь подробней? Сейчас делец правит Каринфом. Убив его и его людей, ты все равно устроишь бойню. Другие методы не действуют, поверь. Почему? Мы схватили его людей, вооружили гаража. Быстрый удар, клинк! Подойдет. Заманим дельца в священную пещеру. Когда я покину Каринфию, делец будет мертв. Кальтак, Спарт... И я был Спарт... Был? Пока меня не обрекли на... Так ты сын полководца Николауса? Вся Спарта знает твое имя. Я выжил и рос один, пока в Спарте. Не держи на нас зла. Коль в тебе есть благородство, прощай, и будешь прощен. Я ищу свою мать Мирин, и помочь мне может лишь Антуса. Да, Мирин. Ты знал Николауса? Славный полководец. Награжденный за... Но он исчез. Тело так... Что поделать? Я... Скажи, а ты ничего не знаешь о Мирин? Я знаю, что с такой трагедией не... В ту ночь она покинула спа... Хотя она... Пути назад. Потерявшая путь... Облегчить. Мужайся, с... Прощай, брат. Мы встретим... Но это лишь сейчас. Здесь было тихо. Пока. О, Афра... Зачем призывать богов, когда к твоим услугам их посланник? Откуда ты знаешь? Антуса просил. Клио, Ее могли похитить. Я спрашивала. Один... С оружием? Где этот корабль? Мы не знаем, почему он тут, но в Каринфе стало опасно. За мной. Кто мог ее забрать? Люди дельца не впервые похищают наших девушек. Клио! Клио! Никто не видел Клио! Okay.
Раньше никто из Гетер не исчезал вот так. Все боятся стать следующими. Вот, об этом корабле говорил клиент. Прошу, спаси Клио. Все по местам! Возвращение, капитан! Прекратите! Бегите вон! Отдать скорости! Страх весла! Хочу тебя спасти. Спасти? Ты преступник. Я? Преступник? Обижаешь. Тогда что тебе нужно? Мисти, прошу. Мы шли к Миконосу, там безопасно. Помоги мне и получишь деньги, что причитались команде. Антуса тебя защитит. Мы возвращаемся в Каринф. Там твой дом. Что ж, у меня нет выбора. Но знай, я против. Скорей! Отдать вас!
Молодцы, приготовьтесь! Наконец-то! Нейтральные воды! Причаливаем! Я цела, цела. С тобой хорошо обращаюсь? Правда? Ну да. Спасибо, что вернул. Удачи вам. Опасное место. Наемникам здесь делать нечего. Так ты поможешь нам, Мистий? Вряд ли ты работаешь на дельца. Я бы не стал это скрывать. Возможно. Похоже, достойных людей в Коринфе немного. Мне нужен кто-то, кто сможет узнать, почему он изменил. Он тебя по... Он задает вопросы, а я не могу... Антуса не может? Ну уж нет. Скорее всего. А каким он? Навязчивым, но не пугающим. Похоже, что-то при... Посмотрим, что... Если он не шныряет... Да... Мое копье.
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Алексиус, это я! Алексиус! О, вот и ты! Тише! Решила помочь... Ясно. Знаю. Ты... Я пойду к Ле... Я была тут. Что там? Так, сейчас. Он говорил, что... Может быть. Он должен забрать... Это интересно. А, он нас... Хорошо. Неплохо. За дело. За... Я не подведу. Славно. Если заметит, беги со всех ног. Я готова. Я тебя знаю? Нет, но я знаю тебя. Если тебя прислал Мирон, передай, что я запл... Я не от Мирона. Нужно... Что-то? Не понимаю. Свинарник Фэй. Ты сегодня там с кем-то встречаешься. Откуда ты знаешь? Неправда? Все не так. Ты получишь документы на землю. Уж не знаю для чего. Лазотчик, что еще ты знаешь? Выкладывай! Ты встречаешься с некой Диномахой. Женщиной? Не сегодня, может, в другой раз. Стой, я... Стой! Вор! Воры! Прочь! Стража! Держи их! Thank you.
Я тебя знаю? Нет. Если тебя... Я не от... Что-то? Свинарник. Откуда ты знаешь? Неправда. Все не так. Ты получишь документы. Лазотчик, что еще ты знаешь? Выкладывай. Динамен будет зол, если ты сегодня не придешь на встречу. Как? Что тебе нужно? Я знаю про Дамалис. Ты ее клиент. И ты что-то замышляешь. Я люблю ее, пойми, всем сердцем. Но она тебя боится. Лучше я, чем другой, более беспечный. А не послушаюсь, меня убьют. Это не любовь, а слабость. Можно подумать, я не знаю. И он это знает, вот и заставил меня. Кто тебя заставил? Я больше не буду. И мне жаль. Ладно, Хайра, старик. Посмотрим, что тут. Так, что это значит? Что это? Кошель? Вещи у него так себе. Зачем богачу этот мусор? Вдруг ему только заплатили. Такую кочергу я уже видел. У него нет очага. Зачем она ему? Это оружие или орудие пыток. В Факиде один тип ей орудовал. Здоровый. Вроде дельца? Делец и был. Прочитай письмо. Жуть. Написано, ослушается, пожалеет. Я так и думал. И еще. Он должен привезти Дамалис в один дом в Каринфе. Вот, смотри. Что это за место? Не знаю, но я разберусь. Я с тобой. Не надо. Иди к Дамалис и жди меня там. Пожалуйста. Ты сделала достаточно. Это опасно. Я найду тебя позже. Ладно. И вот еще. Держи меч. Он из его дома. О, ты хороший вор. Дом, куда отведут Дамалис. Тюрьма? Я разберусь. В этом месте шла речь в письме. Есть кто дома? Кровь. Много крови. Прядь волос. Смутно знакомый запах. Малака. Что это? Цепи. Масло? Зачем они тут? Ага! Ах ты, проныра! Кто тебя прислал? Что ты тут делаешь? Я хотела помочь. А ну не лезь! Феба, беги! Больше ни шагу. Смотрите, кто к нам пришел. Хочешь порки? Делец это мигом устроит. За это он будет гнить в Тартаре. Ханжа, мы в Каринфии. В комнате для утех можно все. Главное, чтобы делец был доволен. Ты болен, как и он. Делец уделяет особое внимание тем, кто ему по вкусу. Я скажу, что ты пришел сам.
Это я уделю тебе внимание. Ты сдохнешь. Алексиос, твоя подруга уже тут.